Находясь на маршруте патрулирования в городе Калининграде, в одном из дворов Московского района, нами был замечен гражданин, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Обратившись к данному гражданину, начал заметно нервничать и попытался скрыться. На место были вызваны сотрудники ОНК. При проведении личного досмотра в присутствии двух понятых у данного гражданина были изъяты наркотики в количестве 6 штук. С какой целью здесь находитесь? Забрал марихуан. Вес какой? Не знаю, сколько это вес. С собой имеете запрещенные к обороту вещества при себе? Ну, только вот это то, что забрал. Все. С собой имеете запрещенные к обороту вещества? Да, имею. Сколько? 5. Когда ложили? В крайний раз. Сейчас назад.